По состоянию на 18 августа 2014 года к нам обратилось более 600 жителей города Славянска, в том числе и переселенцев. На сегодняшний день зарегистрировано 410 переселенцев. В основном это люди, которые обращаются с проблемами оказания гуманитарной помощи, предоставления предметов первой необходимости, канцелярских товаров, трудоустройства, устройства детей на обучение, оказание медицинских услуг. Семьи, которые приезжают к нам из других городов, принимает общественная организация «Славянская городская ПРМУГА». 35 семей, из них 15 детей получили приют в этой общественной организации. Также семьи получили приют у жителей города, которые 33 семьи, которые выявили желание бескорыстно помочь пострадавшим. Одна семья размещена в городском общежитии. По-прежнему стоит острый вопрос в предоставлении жилья семьям, которые вновь поступают. 369 семьям оказана гуманитарная помощь от Славянского городского совета. Также нам оказывает помощь общественная организация «Твоя перемога». Для семьи, которые пострадали вследок АТО, работают волонтерские бригады общественной организации «Твоя перемога», помогают разбирать завалы в домах людей. 16 семей многодетных к нам обратилась с проблемой помочь в строительных материалах, восстановлении жилья. С этим вопросом мы обратились в Фонд развития Украины.